Изменений и дополнений нет. Есть заявка на выступление по мотивам. Слово предоставляется депутату Лиму. Ирина Валерьевна, у меня есть по повестке два предложения сегодня, чтобы мы рассмотрели их. Сегодня завершающее у нас заседание нашей Думы второго года. И в связи с этим у меня есть такое предложение. Вот в начале нашего созыва, в первом году работы, мы внесли обращение от нашей Думы об отмене пенсионной реформы. И вот второй год Дума завершает свою работу, это обращение так и не было рассмотрено. Не понимаю, что нам мешает его рассмотреть. И в связи с этим я предлагаю сегодня в Думу включить вопрос об отмене пенсионной реформы, тот, который мы выносили еще, получается, два года назад, в самом начале нашей работы. И второе предложение по повестке – это о том, чтобы мы сегодня приняли решение, осуждающее Центральную избирательную комиссию в части снятия с выборов Грудинина Павла Николаевича. Считаю, что это очень серьезный вопрос, и давление идет на представителей Компартии, и Бондаренко Николая сегодня серьезно тоже с выборной гонки снимает. Поэтому два вопроса на повестке. Отмена пенсионной реформы к рассмотрению и обращение Центральной избирательной комиссии о том, что они сегодня делают, это недопустимо. Снятие наших кандидатов Грудинина, Бондаренко. Понятно, Сергей Сергеевич. У меня вопрос к председателям профильных комитетов Законодательной Думы, которые осуществляют подготовку вопросов, включаемых в повестку заседания Думы. Ольга Вячеславовна, обращался ли депутат Ильин за рассмотрением обращения, связанного с отменой пенсионной реформы, в адрес комитета? При подготовке июльского заседания? Нет. Игорь Ананьевич, были ли обращения на уровень взаимодействия с комитетом по вопросам государственного устройства и местного самоуправления в части осуждения действий Центральной избирательной комиссии? Нет. У меня вопрос к сотрудникам аппарата. Насколько с точки зрения подготовки вопросов и включения их в повестку мы можем работать с дополнением повестки предложениями депутата Ильина? В соответствии с регламентом законодательной Думы, все вопросы, включаемые в повестку дня, должны быть, естественно, предварительно рассмотрены на заседании профильных комитетов, и уже с учетом того, что мнение выработано на комитете, они могут быть включены в повестку дня заседания Думы. Возможность рассмотрения на комитете, конечно, предполагается и не исключается. Все понятно, спасибо, коллеги. Я так полагаю, еще есть заявка на выступление. Ирина Валерьевна, вы насчет вот вашего обращения в комитеты, но если наше обращение по пенсионной реформе было еще внесено два года назад, какие еще нужны обращения в профильные комитеты? Понятно, что сегодня регламентом Думы у нас существует нормативная такая огреха, как я ее называю, в которой нет сроков, в которой должен рассматриваться инициатива, законопроект, обращение. Вы этим попользоваться решили, что ли? Ну, в течение двух лет можно рассматривать вопрос? Мы в течение пяти. Я не закончил свое выступление, перебивать меня не нужно. Я сейчас, мое время, я выступаю. Соответственно, есть у нас, мы в течение пяти лет хотя бы рассмотрим, но вопрос вот обращения по пенсионной реформе. К вам, как к председателю обращаюсь, который организует процесс работы Думы. Если нужно обращение в профильный комитет еще после того, как мы подали два года назад это обращение, что еще нужно от нас? Теперь, что касается по обращению в профильные комитеты. Это буквально на днях произошло снятие наших кандидатов. Естественно, времени нет на то, чтобы туда обращаться. И я уверен, что Дума в своем полном составе правомочно принимать и решать на любые вопросы с сегодняшним составом. Поэтому я прошу включить на голосование те два вопроса, которые сегодня к повестке я внес. Вы закончили? Да. Приступить к рассмотрению названных вопросов. Если есть необходимость завести письменное обращение по вопросу осуждения деятельности Центральной избирательной комиссии, значит, дождаться письменного обращения. Я так полагаю, обращение по пенсионной реформе в комитете имеется. Спасибо, уважаемые коллеги. Предлагаю утвердить повестку заседания Законодательной Думы в целом.